Куда пошел? Ты не видела, что ли? Не видела, что ли? Да. Да. Это серьезно. Thank you.
Кто-нибудь знает, что там, скажите, пожалуйста. Ну не сбоились! Давай, ты приехал! Это уже отлично! Раз, два.
Один, два, три, четыре. Он совсем как не загнул. Ребятки, сделаем что-нибудь. Thank you.
Thank you.
оказался сильнее, чем я думал. When the night is over, and the stars and the moon show I will try. I will try. I will try.
бой для народа! Живу нормально, но вот Харли Дэвидсон очень хочется. Но это, блядь, очень много долларов надо, но у меня нет такого количества. О! Новый Харли Дэвидсон. Где? Школа пришел. В Америке. Ребята, для майора Бронина несколько слов. Ребята. О! Хороший дом. Возьми меня в плечо.
Thank you.
полученные вещи, конечно. И большинство этого воспринимает как сказку, но это было. Это прекрасно. Самые худшие мифы рухнули. Есть большие звезды, но всегда думают, что это меньше человека, чем звезды. Но на самом деле там больше человека. Там больше человека. Там меньше звезд, чем людей. Добрые, хорошие люди. Они знали, куда ехали, я думаю. Это приятно. Сам немного занимаешься музыкой. Что ты теперь чувствуешь после того, как посмотрел? Я бы посмотрел на экране, но лучше пообщаться. Я пообщался и понял, что это люди. Это хорошие люди, добрые. Ничего не нужно от них требовать, нужно просто говорить. Это не нужно. Это даже может быть уже меньше нужно нам. Может быть, даже больше нужно им. Это приятно, здорово. Это как зеркала. Взаимоотражение. Прекрасно. В этом. Олег, можно сказать? Сейчас мы находимся, я не знаю как, в другом, может быть, время измерения, но это праздник. Что происходит сегодня, это вообще это. Это я не знаю, что такое. Это Мукина. Приехал БГ. БГ. Да, Вича. Приехал БГ. Бог, я тебя знаю, сколько лет. Я сколько знаю этого Бога. Спасибо за организаторов, спасибо всем организаторам, которые организовали гастроли БГ. Это просто, на самом деле. Не там, не там. Поближе, Бог, что ты? Худшие мифы были разрушены самым великолепным образом. Там Бог играет. Там Бог играет, да. Вот так. Вот обратно на нас, на левосточников. Я считаю, что это просто подарок. Человек, который говорит, что это нужно ему, а не нам. Нет. Я работаю. Да. Для того, чтобы его привезли сюда, да. Нужно было сказать всего лишь, Борис. У вас есть место. Он говорит, кстати, да. Это интересно, нет у вас места. Блин, там-то и там-то. Все. Это самое важное. Чего я не скажу о некоторых других. Спасибо. Хорошее воспитание. Понятно.
Что-нибудь прибавилось? Да, очень хороший клуб, я же понимаю. Привет. Бля, буду. Блин,
говно. Нет. Да, неудобно, да, правильно? Да. Неудобно. Поэтому я вот не хочу так этого. Да. У меня воспитание совсем не знаю. Я не знаю, как это. Я не знаю, как это.